Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Хотела вам показать. У меня начала цвести геранька. Новая герань серии Саванна. Это у нас идет Red. Сейчас попробую вам показать красоту цветка. Он у нас идет махровый. Сейчас вам покажу вот здесь. Вот будет, наверное, попонятнее. И то все равно немножечко не передается вот весь тот эффект на камере. Ну вот давайте вот здесь она только открывается, она прям розочка. А так как я еще одну заказала геранечку, у меня будет две новиночки. Но вот я вот пока увидела, прям в хорошем качестве все пришло. Очень много бутонов, к сожалению, убирать мне их придется. Но мне больно хотелось посмотреть, все-таки какая же все-таки это у нас красота. Я про сортность. Сейчас вам ее поближе покажу. Может быть, получится сейчас настроить ракурс и фокус, чтобы вы увидели вот именно, насколько она махровая. Да, я не ожидала такого эффекта. На картинке, конечно, красиво, но я не думала, что настолько. Прям розочки. Очень красивая и интересная. В ближайшее время я буду с нее снимать череночки. Вот давайте вот так, что ли. Давайте вот этот еще цветочек попробуем. Прям вот прям махровый-махровый. Классный-классный. Очень красивая серия. Из-за ограниченного бюджета я не смогла заказать побольше. Сейчас давайте вот этот вот цветочек еще посмотрим. Во, вот сейчас прям видно. Очень интересно, очень красиво. Так что такой вот у нас красивый сам цветочек. Ну, кстати, листва тоже очень необычно смотрится. То есть, вот, допустим, смотрите, вот она листва обычной герани. Ну, тоже, опять же, это не обычная герань, это стоит Розалинда. Это вообще будет у нас тоже отдельным обзором идти. А здесь она у нас уже с таким, с какой-то прям красивой юбочкой. Очень интересный сорт. Очень. Я прям рада-рада. Я думаю, что мои покупатели, любители герани, будут довольны. Потому что, конечно, нельзя ее отнести к розабунду, потому что это, конечно, саванна, это немножко другой сортотип. Но все-таки тоже смотрится очень-очень неплохо. Кустики компактные, небольшие. Все равно я их не прищипывала по причине того, что я хочу снять черенки. Вот буквально день на другой я начну это делать. Вот такой вот у меня пока промежуточный результат. Но показать вам очень хотела, потому что это новая коллекция. Уж она ждала я именно сам цветочек. Надеюсь, камера передала вот именно всю махровость. Потому что как бы камера тоже немножечко искажает. Сейчас давайте. Так еще. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет много-много интересного. Как видите, все только начинает у нас пробуждаться и показывать всю свою красоту. Всего доброго. До свидания.